Душевна розмова. Дорогі друзі, ми в студії радіостанції «Одеса Мама». Сьогодні у нас в гостях головний редактор газети «Слово» Ігор Назаренко. І нашу з ним зустріч ми назвали «Пригоди одесита у Китаї». Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, Ігор. Ну что ж, немножко такое амбициозное название, но я думаю, правильно. Оно не амбициозное, потому что действительно вот эта поездка, она изменила мою картину мира. Я вообще, когда ехал в Китай, я, конечно, человек испорченный там советским образованием и учил в том числе и в университете историю Востока, историю Китая, то есть как-то так, в общем, как бы знаком. Но все равно было какое-то такое отношение, знаете, вот к Китаю это как некая другая планета, да, и там живут какие-то инопланетяне. Вот у меня было такое внутреннее ощущение, которое абсолютно поменялось, когда я приехал, увидел там нашу планету Земля. Очень, кстати, мы были в южных провинциях, это, значит, где Шанхай находится, это провинция Чжэцзян. Там очень много воды, мягкий климат и теплее, чем в Одессе. Значит, сами китайцы говорят, что если рай на небе, то, значит, рай на земле – это Чжэцзян. Да, действительно. И люди очень приветливые, нормальные люди, нормальная планета Земля. То есть, оказывается, наши люди, оказывается, я вот для себя так, знаете, вот такой вот внутренний маркер. Вот я мог бы здесь жить. То есть, вот, это очень серьезно. Да, то есть вот очень, очень мне понравилось. Я не увидел там каких-то вот каких-то таких травмирующих меня вещей, вот как там на каком-то Марсе, да, вот что вот я вот этого я бы не перенес. Еще раз повторюсь, очень люди приветливые, и я не заметил к себе какого-то настороженного отношения, причем не только официальное. Нас это был пресс-тур, мы были большой делегацией, там были люди со всех стран мира, абсолютно со всех. Украину представляли, значит, всего два человека, один из них ваш покорный слуга. И, значит, и нас сопровождали, очень все было грамотно организовано, организация была прекрасная, и нас сопровождали студенты их Института иностранных языков. Игорь, и тем не менее, Китай – это другая планета по сравнению с Украиной. Это с Украиной точно. Это совершенно другие люди, с другим каким-то с другим нутром, с другим понятием о жизни, отношение к делу. Давай в двух словах буквально вспомним, что же произошло с Китаем за последние 15-20 лет. Как удалось Китаю выйти в лидеры? Ну, они меряют не 20 лет, а 40 лет, то есть время начала реформ Дэн Сяопина. 78-й год, в принципе, когда, собственно говоря, была объявлена политика открытости. И, ну, если не говорить о повороте к западному миру, да, но, во всяком случае, Китай становится открытым для инвестиций. Китай становится привлекательным в первую очередь именно тем, в чем, собственно говоря, его обвиняют. Вот если, например, мы слышим какие-то обвинения, то в некой тоталитарности, что вот это коммунистическая там сверхдержава и так далее и тому подобное, я, например, ничего такого не увидел и не случайно, потому что на сегодняшний момент, когда, например, мы говорим о том, ну, там, видим в средствах массовой информации о событиях в Гонконге в том же, да, то на сегодняшний момент Гонконг уже не является тем, скажем, той экономической меккой, какой он был 20-30 лет назад. Сегодня Шанхай по совокупному богатству выше, чем Гонконг. И об этом СМИ молчат. И, в принципе, порт Нимбо, в котором я приехал, это субпровинциальный город, 5,5 миллионов жителей. Это субпровинциальный город, 5,5 миллионов жителей. У них глубоководный порт, туда заходят такие суда, что просто, ну, это как 30-этажный небоскреб. Вот эти и, вот успехи. И они знают Одессу. Они говорят, мы грузимся на Одессу каждый день. Я был поражен. Думаю, ну, у нас такие суда не заходят. Я не знаю, куда, может, в Южный. Где они разгружаются. Да, где они разгружаются, да. Ну, в Одесский порт точно такие монстры. Они просто, наверное, не могут даже зайти. Монстры, да. Но они говорят, мы на Одессу постоянно грузим. И вот даже на вот этом монстре, который вот тут стоит, вот сейчас загружается, там сразу 6 погрузчиков стоит гигантских. Вот, это надо видеть. Игорь, вот у каждого народа есть
свои мудрые высказывания, да, ну, естественно, есть украинский народ, у нас есть какие-то мудрецы, но мне очень нравится мудрость китайского народа, наверное, пришедшая, естественно, еще в средневековье. По поводу своей экономики еще в период Дэн Цзяопина они говорили так: «Спешите медленно». Мне очень кажется, это характерно для китайцев. Не сейчас построить, как мы вот к 80-му году сдадим, и у нас будет уже коммунизм. Давайте строить медленно. Ну, именно это... в успехе сегодняшнего дня заложено будущее. Может, оно будет и через 10, через 20, а может быть, через 50 лет. Ну, Китай этому наглядное подтверждение. У Китая колоссальная философская традиция. Да. И намеренная непреднамеренность Уэй, которую мы можем увидеть в трактатах еще чуть ли не полумифологических, значит, Дао Дэ Цзин, значит, и это... Как это сказать? И вот этот культурный пласт, философский пласт, он позволяет китайцам достигать вот этих вот высот. И это вот эти вот гуманитарные технологии, которые на самом деле нам надо изучать и применять у себя. И в принципе, по большому счету, именно благодаря вот этим гуманитарным технологиям, дело в том, что вообще Китай — это уникальная страна, уникальная древняя империя, в которой было огромное количество разных учений. Одно учение сменяло другое. Там когда-то был буддизм, там сейчас конфуцианство официальное, и учения, и религии, и философии, как ты хочешь. И еще много-много-много-много всяких учений, вплоть до марксизма. И все эти учения, они легли в культуру Китая как-то вот наравне. Там нет главного. При всем при том, что вот совсем недавно праздновался юбилей Карла Маркса, очень широко и в Китае праздновался. Разумеется, конечно, не у нас же. Вот. Может быть, в Англии? Нет, где нет, он, собственно, нет, и похоронен. Нет, именно в Китае. И вот там была очень широкая конференция, я изучал, ну, насколько это было мне возможно, доступны материалы, я читал, значит, множество аннотаций. Там собрались философы, которые обсуждали, вот что марксизм принес в китайскую культуру, в китайский социализм, социализм с китайским лицом. И там не было догматизма. Я вам хочу сказать, что когда я приехал в коммунистический Китай, то я готов был увидеть огромное количество, мы все родом из Советского Союза, мы помним советскую пропаганду, эти красные кумачевые значит, транспаранты, которые висели везде, там партия «Наш рулевой», там Ленин, Карл Маркс, они везде висели у нас, даже на оперном был большой портрет Ленина, да, на втором этаже, помните, вот в этом арочном своде. А в Китае этого ничего не увидел. То есть с приходом председателя Си Цзиньпина, как-то он потихонечку вот эту всю коммунистическую пропаганду с улицы убрал. Но, тем не менее, они сумели очень грамотно соединить... Ну, чтобы не раздражать. Чтобы не раздражать население. Не раздражать население, не раздражать идеи, инвесторов, да? Социалистические идеи с капиталистическими идеями. И я вам хочу сказать, что, ну, насчет того, что, знаете, вот по поводу там капитализма и социализма есть и в том числе и у наших ученых достойные труды, где, в общем-то, на самом деле никакого социалистического способа производства изобретено не было. На самом деле был государственно-монополистический капитализм у нас, да, просто система распределения была социалистическая, то есть все доходы от капиталистических советских предприятий распределялись на нужды страны, на обучение, на здравоохранение, то, чего сейчас не делается, то, что сейчас распихивается по карманам, вот, то тогда страна инвестировала вот в свой госкапиталистический сектор и полученная с него прибыль распределялась половина на народ, половина на воспроизводство. Сейчас на воспроизводство ничего не тратится, поэтому у нас все угасает. Все, что, так сказать, допиливается, доразворовывается, распихивается по карману, вывозится в цивилизованные страны. Ну, вот так и живем. И, кстати, вот вы говорили о мудрости, да? Как-то на встрече, я вспомню такой юмористический момент, когда-то Гриневецкий еще был у нас губернатором,
председателем обладминистрации, и ему как-то задали вопрос. Вот у нас в Одесской области то-то и то-то, а вот в Китае тем временем вот то-то и то-то. На что Сергей Рафаилович сказал, говорит, у нас в Одесской области нет китайцев. Мы прервемся на несколько минут и снова вернемся в студию радиостанции «Одесса Мам». У нас в гостях главный редактор газеты «Слово» Игорь Назаренко, и сегодня говорим о его поездке в Китай. Душевная разговор. Вітаю вас в студії радіостанції «Одеса Мама». Ми продовжуємо нашу зустріч. Я нагадаю, друзі, у нас в гостях головний редактор газети «Слово» Ігор Назаренко. Нашу зустріч ми назвали «Пригоди одесита у Китаї». Да. И это, конечно же, были приключения, потому что, несмотря на то, что все было организовано, и пожаловаться на качество организации нашей поездки ну никак мы не можем, потому что действительно было предусмотрено все, приключения заключались в том, что мы для себя открывали очень много интересного. То есть, мы все смотрим телевизор и что-то где-то видели по телевизору. Вы разбивали мифы при этих встречах, которые сложились... пожалуй. Да, потом которые какие-то личные мифы. То есть, читаешь книжку, да, у тебя создается одно впечатление. Приезжаешь на место, нет, оно совсем по-другому, да. Вот. Мы приезжали по приглашению медиакорпорации, их нижезианской. Буквально два слова надо сказать о самой корпорации. Я на Украине не знаю ни одной, ни одной медийной структуры, которая могла бы с этой провинциальной, а это корпорация провинции, это вроде нашего обл. Гостелерадио, да? А вот, то, что там небоскреб больше 40 этажей, вот, то есть масштабами поражает. И огромное количество продукции. Туда входят газеты, туда входят телевизионные студии продакшн, которые там что-то создают. Там у них звуковики тоже сумасшедшее совершенно, там оборудование, сумасшедшие возможности. Они выпускают, кстати, вам будет интересно знать, у них есть даже тема театра микрофона. То есть это медиакорпорация провинциальная, еще раз подчеркну, она выпускает видеотеатр. Вот, то есть это очень серьезно. Вы как театрал понимаете, конечно, что сделать хороший спектакль и хорошо его снять, и потом его подать в телевизионном формате, это большое искусство и большие деньги. И китайские товарищи это делают. Я смотрел, мы можем в Ютубе зайти, посмотреть, и увидеть. Это хорошие постановки, качественно сделанные с театральной точки зрения и качественно снятые. Кроме этого, они снимают огромное количество сериалов для молодежи, для старшего поколения, у них есть градации, и, конечно же, развлекательные, увеселительные передачи, которые временами сменяются трансляциями съезда коммунистической партии. Вот, что тоже важно для народа. Народ должен знать, что сделано и что предстоит сделать. Мы вот такой радости лишены уже четверть века. Мы не знаем, куда наша страна движется, нам рассказывают какие-то сказки, а самое главное, наши правители никогда не отчитываются о сделанном перед народом. А какие встречи запомнились? Да, личности? Медиакорпорация, мы перейдем, была огромная культурная программа, нас повозили по провинции, мы были от уже упомянутого мною города-порта Нимбо, где вот грузятся очень большие корабли и знают Одессу. И мы были это центр будущего, да, он называется дословно «Город будущего», где представлены достижения, которые освоила китайская цивилизация сегодня. Там все, начиная от каких-то виртуальных медиазалов, где вы попадаете в какую-то среду, и вам что-то показывают, и там нагромождение вот этих огромных экранов, в которых невероятное HD-качество, то есть ты подходишь к нему и видишь там 4К-картинку, которая там на огромную стену, там 3х5, И кроме этого, там показаны технологии города будущего,
как они себе его представляют, как будет развиваться урбанистика в будущем, и, конечно же, китайская традиция. Я уверен, что побывав вот в таком городе, в таком мире и на такой планете, которую мы называем Китай, у тебя были какие-то ассоциации с Одессой. Да, я сразу же подумал, что появилось. Во-первых, мы посетили китайскую Венецию, деревню Уджень 16 века, которая находится на канале, который соединяет южную богатую водой провинцию с Китаем. Китайцы уже тогда, в Средневековье, вырыли канал руками, лопатами, значит, в Пекин, для того, чтобы туда пошла вода. И то вот, есть это искусственный канал. Да, это искусственный канал, совершенно верно. И по краям этого канала, как в Венеции, прямо нависают над вот этим каналом домики, очень красивые домики в китайском стиле. Это все сохранилось в Средневековье, эти постройки? Естественно, нет. То есть, как бы, конечно же, за основу китайские ученые поработали над этим. Они, значит, очень внимательно и очень скрупулезно отнеслись к культурному материалу 16 века. Естественно, это все воссоздано. И что приятно, что это не мертвая какая-то деревня, где просто какой-то мертвый музей, и там есть какие-то работники, которые создают видимость для приезжающих. Там живут люди, никого оттуда не выселили, то есть вот эти жители этой деревни, они остались там жить. Конечно же, поработали архитекторы, поработали скульпторы, поработали художники, поработали все. Это была воля государства. Воля государства сохранить вот это китайское наследие, вот этот китайский миф, который может уйти. И он, естественно, бы ушел. Ну, представьте себе, были страшные годы там Второй мировой войны, страшные годы там культурной революции, когда все уничтожалось. Естественно, это все могло погибнуть и кануть в лету. Но... А сейчас это, скажем так, один из туристических центров, да, куда да. Вы попадая туда, видите, как там люди ходят, да? Да, совершенно верно. Все это работает, есть, все это живое. Да, оно... Это сказка, живое, конечно. Живое во всем, во всех смыслах этого слова. То есть, насколько мудро поступить или китайские руководители, которые принимали это решение, то есть это был очень комплексный подход, решили не делать мертвый музей, а решили делать живое культурное пространство. Вот в этом, собственно говоря, гениальность здесь, идеи. Здесь я хочу вспомнить, мне посчастливилось в свое время побывать в подобном месте туристическом. Называется это деревушка С между Ниццей и Монако. Высоко в горах, средневековая деревушка, куда вложено, конечно, тоже колоссальное количество денег, где есть отели по 900 и 600 и 1200 евро за ночь, где есть все, но это средневековые улочки, потрясающие рестораны, магазинчики. Вот, наверное, можно провести эту параллель, где, кстати говоря, в этой деревушке любил бывать и Дисней, и вот эти все городки его сказочные, взятые оттуда. И там же долгое время проживал философ Ницше. То есть вот такие культурные живые городки и деревушки очень приняты. И в Европе, и в данном случае сейчас для меня открытие, что и в Китае воссоздана такая живая легенда средневекового Китая. Да, и в этой деревушке жил их писатель, зовут его Мао, уже фамилию там не помню, но как я запомнил, как Мао Цзэдуна, да? Вот, значит, писатель, который действительно внес большой вклад в культуру Китая, и он вот родился в этой деревушке, то есть это еще и, собственно говоря, памятник литературный, да? И вот еще раз повторюсь, что речь идет о живом культурном пространстве. Какие параллели ты провел с Одессой? А вот я по поводу Одессы. Вот Одесса, возвращаясь вот к нам сюда, первое, что приходит в голову, это то, что, несмотря на свой довольно молодой возраст, ну, нашему городу чуть больше 200 лет, то есть это практически ничего, но мы, как и Соединенные Штаты, мы же одного возраста, да, с Соединенными Штатами, значит, не появились на пустом месте. То есть мы являемся местом, куда влилась вся европейская культура, которая нарабатывалась там тысячелетиями, там, с времен античности. И вот эти образчики культурные на вот этом вот южном берегу
воплотились вот в этом нашем чудесном городе Солнце, который впитал не только культурную среду Европы, накопившуюся к тому времени, но и явился как бы вот носителем легенд. Огромном количестве историй, ведь... Легенд, мифов, да, истории. И, да. Ну, любая история является мифом, потому что на самом деле она живет как бы своей, своей жизнью, и она является тем основанием, которое потом строит будущее. Мы сейчас сделаем перерыв, друзья, послушаем полезную информацию, хорошие песни и вновь вернемся в студию радиостанции «Одесса Мама». Поговорим, Игорь, наверное, о том, что же можно взять, что можно подсмотреть у современного Китая в планах сохранения своей истории. Душевная размова. Нагадаю, в студии радиостанции «Одесса Мама» Игорь Назаренко, главный редактор газеты «Слово». Наша зустріч називається «Пригоди одесита у Китай». Ігор, і так, поїздка в Китай, безусловно, розвіяла некоторі міфи твої, які були у тебе в голові. Як ти сказав, моє старе совєтське виховання не давало мені уйти от некоторых представлений китайцев. Ну, они что, разве там все маленькие такие? Нет, ну, во-первых, повыше тебя в Китае, могут да, быть. В Китае огромное количество разных народов, и, естественно, это разные люди. По-моему, их больше, невысокие. Народности больше, чем в Одесской области. Мы говорим о 124, там, по-моему, еще больше. Наверное, их больше. Я тут не являюсь специалистом, но знаю точно, что в Китае проживает очень много народов, и они, естественно, разные. И есть высокие люди, очень высокие, есть поменьше, то есть, ну, это не так важно. Важнее их отношение к своему культурному наследию. И тут как бы вот знаменитое высказывание о том, что лук ценен, Мао Цзэдуна, о том, что лук ценен в том, что в нем много разных цветов, и цветы должны быть разные. А вот мы могли бы взять и себе на вооружение, ведь в Украине огромное количество разных культур переплелось, и мы должны сохранять эти цветы, а не придумывать что-то такое, так сказать, фантастическое, и всем это навязывать, натягивать эту сову на глобус, раздражая электорат. Вот. Но суть сегодняшней нашей передачи о другом. О том, как нам в Одессе вот этот вот китайский опыт сохранения культурного наследия, его приумножение и его, значит, усиливать вот наш, вот этот одесский миф в хорошем смысле этого слова. Естественно, для... привлекая сюда инвестиции, да, да, привлекая, да, да, сюда, да, туристов. Как только будет создана вот эта привлекательность, оно попрет само. Собственно говоря, так китайцы и поступали. Они создавали политику открытости. И вот эта политика открытости, это не просто там все флаги в гости к нам, и все, и сидим на табуретке, ждем, когда эти флаги придут. Не придут они. Значит, создаются определенные, так сказать, маленькими шажками, создается вот тот самый инвестиционный климат, про который так много говорят, но никто его, так сказать, собственно говоря, в нашей стране не создает. Тут вспоминаем, которую мы говорили в начале нашей встречи, китайскую мудрость: спешим медленно. Да, 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 да. Вот это вот намеренная непреднамеренность, да, вот вдумайтесь в глубину. Уэй. Так вот, значит, побывав в том центре, о котором я говорил, в центре будущего, я не буду рассказывать о футуристических домах из стекла, бетона и каких-то там новых синтетических материалов. Этого добра по миру как бы валом. И китайцы здесь не являются, так сказать, впереди планеты всей. А меня поразило в этом городе будущего, ну, в этом выставочном центре, две вещи. Ну, во-первых, то, что я вам говорил, значит, портрет Ленина и человека с ружьем. Это я увидел коммунистический символ, вот такой вот в неожиданном месте футуристическом. Но это такой юмористический момент. Меня вот поразило и понравилось, когда я увидел вот эти вот классические китайские домики средневекового стиля, которые я видел
видел в деревне Уджень, которые изготовлены современными технологиями. То есть внешне они такие же. Но если, допустим, в деревне Уджень я подходил и видел, что это резьба ручная, что этот дракон, вот, несмотря они вроде как похожи, да, значит, вот эти капители, но вот эти драконы-капители, они отличаются друг от друга, потому что это сделано руками. Вот в центре будущего я увидел компьютерное копирование. То есть, вот, собственно говоря, вот эта вот резьба, она сделана в виде 3D-графики, потом уже компьютерные копиры на деревянной доске вот это все вырезали, и так вот подходишь, вот вроде бы вот средневековый домик, а если, так сказать, внимательно посмотришь, то это все как бы сделано не человеком, это сделано машиной. Это пример того, как современные технологии позволяют нам сохранить лучшие образцы будущего и как его можно быстро сделать, потому что уникальных резчиков, наверное, не так много. А поставить, скажем, там завод по производству каких-то там архитектурных элементов из того же дерева, из традиционных каких-то материалов, может быть, и композитных каких-то материалов, и создавать быстро культурную среду для того, чтобы, так сказать, вот наполнить не только мифологическим, но и реальным содержанием, которое можно прийти потрогать. Да? Вот. Наверное, у тебя были, когда ты видел эти образцы, воссоздания. А среди я сразу, да, сразу подумал об Одессе. Ведь как у нас, сохранить, как создать, у нас, как приумножить? У нас-то сейчас другая проблема. У нас как бы не допустить там ЖКС, который во время там, там периода дождей срубает там на лепнину, которая падает людям на голову, так сказать, они-то несут ответственность за это, но они берут топоры и срубают эту лепнину. И они ее и делали, и они просто не могут это восстановить. Воссоздать потом это, да, будет это архисложно. Это будет просто практически невозможно. У нас осталось буквально еще несколько минут. То есть, сделай, да, вывод от твоей поездки. Вывод очень простой. Самоорганизоваться — это как некая, как это сказать, там капиталистическая идея не может. Это должна быть воля правительства. Она должна быть целенаправленной. Это должны быть разработаны программы, в которых будут задействованы архитекторы, художники, там, я не знаю, резчики. То есть все, кто нужны для этого дела. И все это должно быть продумано этой программой. Ведь, допустим, мы все знаем знаменитый фильм, где, значит, воссоздается Одесса. Боцман. А, ликвидация. Ликвидация, да? Да, вылетел из головы. Вот, фильм «Ликвидация». Ведь там это пример удачного воссоздания мифа об Одессе. То есть это фильм, от которого не хочется плеваться. Не хочется плеваться. Но ведь реальных там персонажей там раз-два и общался, там Боцман, еще кто там, да, вот, там Жуков, Боцман и Жуков, может быть, это два реальных персонажа, все остальные это люди придуманы, но это не важно, они хоть и придуманы, они поддерживают, да, этот миф, они на самом деле легенду. Являются собирательным образом тех людей, которые тогда жили, которые ушли, но оставили о себе вот такую память. И если мы не будем работать в этом направлении, то Одесса, ну, знаете, это был такой анекдот в 70-е годы, когда у нас активно уезжали граждане еврейской национальности, они говорили, что вот, когда мы все уедем из Одессы, то газета «Вечерняя Одесса» будет называться «В мире животных». Слава богу, это не случилось, но мы идем в этом направлении, поэтому нам необходимо усиливать одесские тенденции, нам необходимо усиливать одесский культурный миф и наполнять его реальным физическим содержанием, что мы видим на немногочисленных примерах вот восстановления дома, который будет открываться. Да, восстановление на днях будет, открытие помпезное, дома Русова. Ну и дай бог, чтобы дальше прошли реставрационные работы, и чтобы дом Русова стал той замечательным, тем замечательным примером по воссозданию одесской среды. Ну, я еще два слова скажу, выслушав тебя, что есть замечательная пословица: давайте учиться на чужих ошибках, а давайте учиться на чужих победах. Видя, как в
Китайской Народной Республике восстанавливается среда, как туда привлекаются деньги, инвестиции, в том числе и благодаря отношению к студентам, в том числе благодаря отношению к истории своей страны. Я напомню вам, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня был Игорь Назаренко, главный редактор газеты «Слово». Сьогодні ми чули його розповідь, його суб'єктивну розповідь про поїздку до Китаю. Душевна розмова.